уважаемые пользователи! Многие из вас, скорее всего, уже поспешили испытать бета-версию iOS 15 и узнать ее достоинства и недостатки. Если же теперь вы решили, что хотите вернуться на стабильную версию iOS 14, то мы расскажем вам, как это сделать легко и быстро. Рекомендуем предварительно создать резервную копию всех данных вашего устройства, так как в ходе работы они будут удалены с iPhone. Итак, загружаем и устанавливаем на свой компьютер программу Dynashare ReiBoot. Подключаем наш iPhone к компьютеру с помощью кабеля USB и запускаем программу. В главном меню выбираем опцию «Начать». Здесь мы видим две опции – стандартный ремонт и глубокий ремонт. Попробуем выбрать стандартный ремонт. Чтобы загрузить на компьютер прошивку последней официальной версии iOS 14, нажимаем кнопку «Скачать». Сейчас мы выбираем опцию «Загрузить локальную прошивку», так как на нашем ПК уже есть необходимый файл прошивки. Далее нажимаем «Начать ремонт». Как видите, на экране появилось предупреждение о том, что для понижения версии операционной системы необходимо использовать режим «Глубокий ремонт», который повлечет за собой удаление всех данных устройства. Соглашаемся и выбираем опцию «Глубокий ремонт». Далее подтверждаем удаление всех данных телефона. Теперь ждем завершения процесса работы, который может занять около 10 минут. После этого настраиваем наш телефон как новый, и в настройках устройства мы видим, что версия операционной системы успешно обновлена до iOS 14.6. Благодарим вас за внимание, до новых встреч!